Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами будем делать вот такую веселую пчелку. Для этого нам с вами потребуется цветная бумага черного цвета, желтого и бумага белого цвета. Также нам потребуется маркер, ножницы и декоративные глазки. Итак, приступим к работе. Пчелку мы уже заранее обклеили бумагой желтого цвета. Поэтому я приступаю к приклеиванию полосочек нашей пчелки. Намазываю полосочку клеем. Отступаю от низа сантиметрик примерно. И приклеиваем нашу полосочку. Так. Теперь берем вторую полосочку. Промазываем ее клеем. Отступаем от первой полосочки, тоже примерно где-то сантиметрик, и приклеиваем. Итак, наши полосочки приклеены. Теперь приступаем к нашим усикам. Их я тоже заранее уже приготовила. Усики мы приклеиваем с внутренней стороны нашей втулки. Промазываем клеем только нижнюю часть. И аккуратненько приклеиваем. Вы заранее посмотрите, где у вас будет лицо вашей пчелки. И именно на эту сторону приклеивайте усики. И второй. Вот так у нас получилось. Теперь, конечно, приклеиваем нашей пчелке крылышки. Крылышки я тоже заранее приготовила. Мы промазываем клеем середину наших крылышек и приклеиваем с задней стороны нашей пчелки. Крылышки готовы. Теперь приклеим, конечно, нашей пчелке глазки. Так, один глазик. Второй глазик. Маркером дорисуем нашей пчелке улыбочку. Итак, наша пчелка готова. Надеюсь, у вас получится еще лучше, ребята. Спасибо за внимание. До новых встреч!